хоть и первых забили, потом пропустили. В принципе, ребят настраивали на хорошую игру. Да, что-то не получалось, что-то получалось. Сделаем выводы, анализ игры будет. Сегодня отличились дебютанты, парни, которые выступают первый раз в матчах МХЛ. Как оцените их игру? Ну да, парни старались, в принципе, мы за ними следим, они всегда на связи с нами, постоянно в раздевалке. В принципе, наши требования не знают, сегодня выполнили свою работу, мы довольны.